Тебе верится? Я тебя поглажу, обниму, поцелую. Так будет всегда. Я согласна. Люблю тебя. Я тебя. Вообще мы не знакомы. Вот, мы не знакомы, мы не общались. То есть в январе, когда мы звонили перед днем рождения, да, был просто звонок обыкновенный. Общий, ну, ничем все не примечательный. Просто был один звонок с вопросом, свободен ли я, и все. Ну, до этого даже не дошло, потому что я сказал, что, извините, я на 3 дня вперед уже занят, и поэтому... Я расстроился. Чтобы как-то не потерять клиентов, попытался, значит... Предложили, что, может быть, сделаем торжественную праздничную фотосессию в студии. То есть, видимо, этот момент, что я могу не только на банкете снимать, а еще можно.